Ну что, як жить? Понятно, что идет спецоперация на Украине. А, ага, понятно. Но она так вот сильно не отражается на жизни такой бы обычных граждан. Трудности я тебе буду создавать. Ты не бойся. Так что, ну, трудно. Я бы не сказал, что какой-то был трудный год, именно 23-й. Я бы на твоем месте подумал. Ну, 23-й год, я думаю, что это еще один шаг вперед России. Как говорится, от великого до короткого один шаг. Россия идет на подъем, я вот так это, ну, как бы ощущаю. Правда, под выпивку все неплохо идет. Если западный мир и США, они помаленьку заваливаются уже. Да ты что? То вот наше общение и с Китаем, и с другими странами третьего мира, так будем говорить. Ты китаец? Не, я вьетнамец. Они идут в гору сейчас. Красиво идут. Интеллигенты. И я думаю, что это все поменяется в скором времени. В нашу сторону. Давайте поменяемся, будешь парню своему говорить. У Шурика спроси еще. Добрый день, Ганна. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Чего приперся? Там у тебя, говорят, проблемы возникли, нет? Говорят, что у Хуторина свинья опросилась, а у Юси Ватына черная корова отелилась. Уже решили. Ну, да. Не будет мой белорусский, чтобы не решить проблемы. Но эта проблема разрешима. Да, замуж-то ты не за белоруса пошла. Да какая разница? Какая разница? Да очень большая. Главное, чтобы они думали, что у нас все олрайт. Вот-вот-вот, это главное. Ты его в руках должен держать. Я держу в руках. Спасибо, Саша. Но отношение рук, мне кажется, более важно, чтобы они были чистыми. Это все твое, что ты... Конечно, это все, что мы производим. Странно это все. Мы производим не только мясо птицы, но и говядину. Мясо это хорошо. Это прям отлично, мясо. Александр Григорьевич, вот эти палочки, здесь сделана наша запатентованная продукция. У всех кабаносы, а это чикеносы. А что это? Чикенос – это птица, сделанная без оболочки. Запатентованная технология, только мясо филе. Опа! Ну тогда все чики-пуки! Да. Ну и потом наш девиз – мы же делаем все с любовью. У нас все с любовью от Ганны. Хозяйки нам все доверяют. Да нет, не доверяю я женщинам. Я их знаю лучше вас. Курю тебя есть? Конечно. Люблю курочку, я Дед Мороз Снегурочку. А яйца? Тоже есть. Правда? У меня тоже есть. Так надо Путину перекинуть. Да мы им помогаем, но им все мало. Стыдоба. Ну, конечно. Ну это и хорошо. Пусть покупают, чтобы у нас проблем не было. Пора, наконец, эту проблему ставить в государственном масштабе. Ребята, всем хочу пожелать в наступающем новом году больших успехов. Алкаш-то недобитый. Надеюсь, у всех сбудутся все запланированные мечты и желания. И все будет ништяк. Не беспокойся, алкаш. Но если что, тут жена моя что-то сказала. Да я на это внимания не обращаю. Я не тот человек, да и уже не в том возрасте. Что ты мелешь, алкаш? Безумный Паш с вами. Как-то так. Желаю всем успехов и удачи. Вау! Не вау, а хау. А по-русски? А вот и сказочки конец. А кто не слушал, тем пиздец.